Так, срочно, репортаж, срочно в номер. Я весь потом и мурашками покрылся. Ёлки-палки, я 10 лет, ну, грубо говоря, 10 лет покупаю рабочую одежду за свой счет. Я уже забыл, когда мне работодатель последний раз покупал. И тут на тебе, приезжает шеф, я 3 дня только работаю у них. 2,5. Он мне привозит на, говорит, тебе эти ботинки, сейчас положим красивее местечко. На тебе, говорит, ботинки, рабочая форма будет где-то через полмесяца, там, в середине августа. Померили, ё-моё, я, блин, уже забыл, когда последний раз меня обеспечивали этим. Да, вот это да. Конечно, тоже орудие пыток, а не обувь, но всё равно, всё. Задержимся здесь тоже. Если еще и роба будет, то вообще трындец. Ой, запах какой. Так, кто шпионит? Все. Вот, еще с такого ракурса. А у меня сегодня новенькие коцы. О, какая-то песня была. Не помню продолжение. И все менты что-то там от зависти полопались. Да. Как их еще? Так, наверное, надо поставить. Как они в магазинах стоят? А, так, наверное, нет? Во! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А как же их теперь одевать-то? И одевать-то жалко. Ты посмотри. Ладно.